Для применения в приемной аппаратуре диапазонной свечи были разработаны микрополосковые вентили на краевой волне. Вентили представляют собой отрезок микрополосковой линии на полусосредоточенных элементах, центральный полосок которых заземлен. Вентили предназначены для использования в устройствах с небольшой полосой частот в трех поддиапазонах 1 ГГц, 1,5 ГГц и 2 ГГц. Принцип действия вентилей основан на том, что интенсивность краевой волны зависит от периметра частицы, а общая интенсивность рассеянного волнового излучения пропорциональна площади. Отрицательная поляризация в этой модели будет значительной только для маленьких частиц размером порядка 10 микрометров или меньше. В непрерывном режиме возбуждения краевых волн приводит к появлению паразитных боковых лепестков в структуре волнового пучка. Аподизация позволяет видоизменить структуру поля и в этом смысле может рассматриваться как метод обеспечения некоторой фокусировки. Микрополосковые вентили ФПВНЗ-15 имеют стандартную мощность до 1,5 Вт и импульсную мощность до 300 Вт в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия в полосе работы частот 4%. Развязка между входом и выходом вентиля достигает 30 дБ. Благодаря сочетанию компактности, мощности и высокой изоляционной способности микрополосковые вентили на краевой волне получили широкое распространение в аппаратуре для радиоастрономии, радиолокации, космической связи и дистанционного зондирования.